Вечером в пятницу 2 февраля в районе пересечения проспекта Ленина и улицы Первомайской в Туле произошло массовое ДТП. Столкнулись сразу 4 автомобиля – Mercedes-Benz 220, Nissan X-Trail, Cadillac SRX4 и Ford Mondeo. Водитель автомобиля Cadillac пояснил сотрудникам ДПС, что он вылетел на встречку после столкновения с Mercedes-Benz. Всего на момент публикации новости за медицинской помощью обратились 2 человека. Один из них, девушка, госпитализирован в Ваныкинскую больницу. Окончательную причину и все обстоятельства ДТП предстоит установить сотрудникам ГИБДД. Сергей Стариков, Телетула.